О, всем привет, с вами Саня Электрик. Ух ты! С красными глазами. Уйди. Чё за лаги? А, инвертарь полный-то. Блин. Мри уже. Так будет легче. Посадим кому-то здесь пшеницу будет кушать. О. Вот, мы продолжаем проходить Майнкрафт. Как вы знаете, я тогда в прямом эфире делал, там виснуло. Но вот мы продолжаем опять. Слышно, где-то паукан есть. В всякий случай возьмем. О, давайте добы... Как раз. Итак. О, у нас еще. Может, надеюсь, еще. Делать очень много дерева. Уже немножко дерева есть. Будем сейчас выбирать опять место, где будем жить. Это самое основное. Здесь мне стало очень даже хорошо слышно. Надо будет спецов сделать звук потише. В следующий раз. Заиграла отличная музыка. Мы бежим. Я вижу, как там не прогрузилась. Смотри, как не прогрузилась, да? И все как отлично идет. Страна непрогружаемости. Летающие коровы. Так, может, что-то на 40 может поменять. Тыщ-тыщ. Нормально. Так. О, прогрузилась. Помните мой старый дом? Мой новый дом. Еще. О, джунгли. Еще раз джунгли. Зима в джунглях. Это что-то новенькое. Может, мы найдем этот самый таинственный храм? Я не знаю, надо ходить искать. Твою. Опять не прогрузилась. О, прогрузилась. Будем искать, короче. Понемножку лагает, но ничего страшного. Вылезаем наверх. Моё. Так, прыгаем. Fucking электрощит. Это будет моя фишка. 6 FPS было, прикиньте. Это будет фишка в моем канале. Fucking электрощит. О! Тыква. Почему же так лагает, а? Какого хрена? Господин Хрюшкин. Ну почему ты так лагаешь? Я не могу понять. Так, ну твою дивизию. Ладно, идемте вперед. Продолжаем все идти и идти. Фак. А мне продолжает виснуть и виснуть. Максимум FPS стоит. Ух ты, можно смотреть в 3D.
У кого есть очки? Да, у меня есть очки, я могу смотреть это. Ну а ради вас, ребята. Может это отключить? Хотя нет, ключ. Текстуры сервера. Да ладно. Малая, очень близко, дальняя. Да пошли вот свои 64 битами. Ну почему же ты так лагаешь, а? Вообще уже зависло. 2 FPS. Какого хрена? 1 FPS, 2 FPS. 1 FPS. 3. Короче, сейчас перезайду. Ну что, я перезашел. Прежде мой что-то FPS. Уже 17-12. Не знаю почему. Даже обидно немного. Так. Ух ты. Попробую. Попробовал. Видите, что в итоге произошло. Будем сейчас всех киркой бить. Или лучшее оружие это топор. Синюшник есть. Ну блин, почему Майнкрафт Ви снят? Бесит меня уже это. Почему? Ах, почему? 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 Ты такая курочка. Хотя может Фрапс перезапустить, подождите. Вот. Перезапустил Фрапс. Твою. 8-9 FPS, 10 FPS, 13. Да какого хрена? Еще раз перезапустил Фрапс. 2 FPS. О, уже 20 FPS, 30 FPS. Это хорошо. Ну когда за объектами, почему он так зависнет? Называется, перестановил винду. Ребят, кто знает, в чем причина, напишите мне в комментариях. Блин. Чё за фигня? Чё так часто виснет, а? Никогда так Майнкрафт не виснул. Видите, когда трррр? Это не... Вход в пещеру. Будем жить в каком-то... Твою... Чё за фигня-то, а? Надеюсь, так будет всё хорошо. Ого! Почему? Блин. Ух, нифига себе, как лагает. Хм. Так, что это за фигня? Все. Не без... Да ё-моё, ну что за Фрапс грёбаный? Чё с Фрапсом-то? Ладно, надо скачать другой Фрапс. Новой части новый Фрапс. Эта часть будет у нас маленькая, да. Назовем его... Висы. Ладно, с вами был Саня Электрик. Всем пока, я не могу так пока играть. Встретимся в следующей части. Надеюсь, без лага. Да. Всем пока.